Приветствую всех во второй части видео. Мы с вами вяжем салфетку скалами. В первой части мы связали с вами заготовку цветка. А сейчас будем вязать пестик. Для пестика берем нить желтого цвета. У меня нить достаточно плотная, поэтому сам пестик я не набивала. Если ниточка мягкая, вот здесь у меня мягкая ниточка, но я тоже не набивала. То есть достаточно вот так. Кто хочет, чтобы он был более потверже, можно набить наполнителем. Итак, берем нить желтого цвета. Еще пестик бывает такой зеленоватый, немножко такой лимонного цвета. Цвета лайма, ну разные они бывают, но я выбрала желтый цвет. Сначала провязываем скользящую петлю. И образовавшееся колечко свяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если будет 8 столбиков провязано, значит он будет и побольше. Мне достаточно 7. То есть для толщины, которая мне необходима. Так, я провязала 7 и присоединяюсь в первый провязанный столбик без накида соединительной петлей. Далее я буду вязать все время по кругу одинаковое количество петель. В каждый столбик я буду провязывать по одному столбику без накида. Я провязала один ряд и далее вяжу дальше. Я не считаю, сколько рядов мне нужно связать, потому что вы можете вязать ниткой тоньше и другое количество петель. Это вы выбираете сами, какой толщины пестик вам нужен для вашего цветка. Вот. И теперь вяжем все время по кругу. И давайте определимся, какая нужна длина. Возьмем заготовку цветка. И вот видите, если уже будет он цветочек в сборе, то сам пестик должен быть, ну, приблизительно вот до вот этих вот дырочек на лепестке самого цветка. Когда уже будет сбой, то есть он должен быть побольше. Хотя я видела калы и с меньшим таким пестиком. Ну, я думаю, что побольше будет более выразительно смотреться. Вот, вот так. Итак, давайте вяжите на ту длину, которая вам необходима. Таких пестиков нужно связать 8 штук, так же, как и цветочков. И так будете потом примерять, чтобы у вас каждый из них был одинаковой длины. Итак, давайте свяжем 8 пестиков. Я связала пестик до нужной мне длины. Теперь, если я не заполняю отверстие, то я закрываю его. Если вы же заполняете, то сейчас можно наполнить. Либо можно наполнять саму детальку в процессе вязания. Так даже будет намного удобнее. И теперь закрываем само отверстие. Я провязываю через петлю по кругу.
Ниточку обрезаю и прячу конец нити в заготовочку вовнутрь. Итак, пестик готов. Теперь берем цветок. Ну, а здесь смотрим. Я видела у многих, кто вязал такие салфетки, то смотрится вот изнаночная сторона, идет как лицевая. Мне тоже такой понравился вид, поэтому я сделаю так же самое. Вы же смотрите на свое усмотрение. Либо у вас будет так смотреться цветочек, либо вот такой будет немного, он как такой бархатный получается, когда он смотрится с изнаночной стороны работы. Вот верхушка пестика прикладываем по центру внизу и сворачиваем цветочек вот так. Один на один. С одной стороны и с другой. Вот. И теперь пришиваем. Пришиваем на высоту. Вот у нас будет провязано 3 ряда, которые потом обхватят сам цветок. Вот 1, 2, 3. Вот на эту высоту мы можем пришивать. Это вот если смотреть, то вот у нас 1 и 2 ряда. Вот до сюда мы пришиваем. Вот так. Вот что у нас должно будет получиться в итоге. Вот такой цветок. Сделаем все цветочки и встретимся с вами в третьей части видео, где мы уже начнем вязать саму салфетку. До встречи!